Всем привет, друзья! Находимся в отеле Holiday Inn London Gatwick. Хочу показать вам номер представительский. Мы заказывали сразу. Начну с того, что при заселении нас заселили не в тот номер. Изначально номер дали с тремя кроватями, две отдельных и одна детская разложенная. И сразу в этой суматохе, поскольку времени сейчас вот без 15:02 утра, то даже сразу не сориентировались. И только когда зашли в ванную комнату, поняли, что похоже, что номер нам дали не тот. Номер для инвалидов с очень большой-большой ванной комнатой, но для людей с ограниченными физическими возможностями. Поэтому пошли на ресепшн и любезно попросили поменять нам номер. Точно так же любезно нам номер предоставили, извинились и сказали, что да, конечно, нет проблем. Ну, давайте покажу, что здесь есть. Начнем с того, что при бронировании номера было указано халаты. Халаты есть, но почему-то только один на двоих. Гладильная доска, утюг, фен, полотенце, сейф. Так, сразу зайдем в ванную комнату. Ну, что хочу заметить, вот там что-то я растерялась, не сняла номер, потому что мы там были всего максимум минут 5. Но там номер по размерам был в 2 раза точно больше, а ванная то в раз, наверное, 4 больше. Так, ну что, туалет, биде 100% нету, да, точно, нету. Так, мыло, зеркало. Душ. Ну и тут тоже мыло, шампунь, полотенце. Ну и посмотрим, что в комнате. Ну что, комната как комната, ничего особенного. Разницу этой комнаты с той я вижу, что есть отдельная зона для отдыха, а там было как бы отдельное, как кресло разложенное. И тут двухспальная кровать, а там было две односпальных. Все, больше разницы никакой я не вижу. Так что спокойно можете брать обыкновенный номер, самый дешевый. Ничего не потеряете. Единственное, что если вы хотите халат, и вы едете вдвоем, то как минимум вам один дадут. Ну, не принципиально, но все-таки факт. Посмотрим, какой будет завтрак. А, да, еще не сказала, что здесь есть. Водичка, молоко, кофе, чай, как обычно, кружки, чайник. Тут место для хранения. Ну вот, как-то так. Оставайтесь с нами, завтра у нас. И еще хочу заметить один плюсик. Розетки есть с обоих сторон кровати. Так, хочу еще обратить внимание, забыла сказать, что если вы приезжаете в сам аэропорт до отеля, вам нужен трансфер, причем вы не дойдете. Трансфер с аэропорта, с северного терминала занял минут 5. И с 4 часов утра до 8 часов вечера трансфер каждые 20 минут, а потом ночью, вечером и ночью каждые 40 минут. Если вы едете обратно в аэропорт, то трансфер до северного терминала занимает 20 минут примерно. Как нам сказали, вначале он заезжает еще в другие отели, потом южный терминал и только потом северный.
И цена за трансфер 3,50 за одного человека.